Дисклеймер. Осторожно, ненормативная лексика. Все, что говорится в видео, несет в себе развлекательный характер. Данное видео рекомендуется к просмотру лицам старше 16 лет. Эй, всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Так, ладно. Эй, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем проходить From the Darkness. То есть из тьмы. Сделал нам данную игрульку человек с ником N4BA. Вот. Вроде бы это русский человек наш, русский русич наш, потому что есть поддержка русского сразу же и английского только. Это уже хорошо. Так, пока что я там за кадром, я смотрел и слушал, там, короче, стрёмные уже звуки достаточно много. Вот. Поэтому я забыл только проверить. Ой, там перегруз, я вижу. Вот, по идее, вот так вот должно быть погромче. Ну, я даже не знаю. Ну, давайте будете со мной вот так сраться, если что, и так далее. Вот. Жалко, что нельзя сейчас на данный момент проверить, но это не столь важно. Так, все, новая игра. Новая игра. Пока лучше играть, когда... Я понял. Еще тише. Ой, еще ниже. Так, блин. Так, советские подъезды. Самое то. Это самое ужасное, что у нас есть на самом деле. Задача попасть в 64-ю квартиру покойного дедушки. Так, может быть, какая-нибудь почта. Да там есть почта, да возьми ты. Костюмчик, кстати, какой за Outlast у этого журналиста. Вот что. Присесть можно? Нет? Да у меня там почта, елки-палки, дверь. Помогите найти человека. Окей, кого помочь? 2006 года рождения, 15 лет, ушел из дома и не вернулся. Приметы, рост 73 сантиметра, короткие темные волосы, карие глаза. Был одет в белую футболку, красные шорты и красные кроссовки. Все, кто обладает информацией о пропавшей, просьба позвонить. Вот сюда нажимайте, и все, бесплатно по РФ или 112. Помочь может каждый. Хорошо, что здесь? Компьютерный мастер. Они везде. 81 плюс. Плюс 81. Ребята, тут мне не уютно. Можете, пожалуйста, как-нибудь так... А я съезжаю потихоньку, да? Э? Ладно, сейчас. Пару секунд. Забыл проверить. Работает или не работает. Ладно, пойдемте. Здесь, по идее, должны быть этот мусорный бачок. Не знаю. Что-то у вас там это. Да. У вас почти лампочка сейчас сломается еще чуть-чуть, ребят. Ну, типа обычно в таких. Самое ужасное, когда не работает лифт. Что-то погрузилось. В квартире. Ой, в квартире. В дома. Ребята, у вас что-то с электроникой, ёб твою мать. Так, мне показалось ли... было. Так. А, это еще выше. 55-е. Ребят, ну нахуя так делать? Так. И куда мне? И что мне? Там вообще 50-е были, а здесь 70-е. Мне нужно как-то натыкать свой этот. А, нет. Стой, погодь. Я же считал. Нет, не нравится. Я хочу перепроверить, серьезно. Серьезно, я хочу. 55-я, 56-я. По идее, здесь должно быть моя. Ну ладно. Странная какая-то вещь. У меня аж от странности у меня все волосы дыбом поднялись. 64-я квартира. Позвонить, открыть. Ага. Хорошо. Ребят, блядь, вы, ну, умеете выкидывать мусор? Зачем на лестничную площадку его скидывать? Это надо включать? Нет. Хочу закрыть. Мне не нравится. Кто-нибудь дома есть, алло?
Ладно. Уважаемые соседи, если вы не... Чё? Если вы не перестанете шуметь по ночам, то мы будем обращаться в полицию. Хорошо. В смысле? Дед же умер. Хватит шуметь. Квартира давно была заброшена. Сохранение. Ключик. Хорошо. А... Нет электричества. Да включи щиток. Понял. Все. Найти семейный альбом и уйти. Обычно, когда такое происходит, найти семейный альбом и уйти. Хули ты моргаешь? Ладно, я думал, это как-то связано. Ага. Дядька, дядька. Дедушка здесь что-то готовил. Или что-то пытался готовить. На двоих, причем, кстати, заметь. Значит, он здесь не один был. Так, какая... Квашеная крапива. У-у-у. Беломорканал. Вот что его погубило. Я говорил деду, блин, не надо курить. Особенно Беломорканал. Возьми что-нибудь, там, не знаю, пиндосское. Серьезно. Это было бы намного лучше. Хоть бы помер бы не сразу, на самом деле. Потому что Беломорканал, ну, это, блин, это минус легкий сразу же. Я говорю по своему опыту. Беломор опять канал. Только другая пачка. Разбито стекло. Это плохо. Здесь все-таки они подрались, да? Давайте просто чисто технически посмотрим. Слишком темно. А я не смогу пройти? Ахуй. Ладно. Стрёмно тебе, да, дядька? Нет электричества? Выбило пробки? Чё? Блять, сука, у меня мурахи. Не надо. Вот что это было? Вот раз квадрат и два квадрата. Что это было так что? Блин, ну это серьезно, типа, что они здесь сделали? Они, получается, восстанавливаем события. Они взяли, начали что-то готовить. Потом после этого взяли, поели, помыли посуду. Или бы оставили, она помылась самостоятельно. Бахнули водки столичной. Даже не доели колбасу, которая заплесневела. Потом после этого они открывали окно и курили Беломорканал. И опять, наверное, бухали. Ну, потому что... Ну, а чё ещё? Что еще может быть? На самом деле. Потому что без этого никуда. Типа, если ты пьешь и куришь, то, соответственно, те сосуды расширяются либо сужаются. Ну, по перемен. И это пиздец. Это инсульт может... А, вот эти квадратики. Это инсульт может быть. На раз-два! Не надо! Дед. Да не скрипи ты тут, а? Серьезно, не скрипи. Блин, тебе бы здесь капремонт сделать, дядька. Ой, дедка. Тебе таракан сдох. Ну ты чё, это, ты с ним что ли бухал? Серьезно, дед. Тебе надо было заканчивать с водкой на самом деле. Потому что это пиздец полный. Ой. Ладно, кусим. Не хватает детали. Какой детали? Почему ты такой криповый? Эй, блядь. Серьезно. Кто там стоит? Дед, ты ли это? Ну, дед, ну ты чё? Ну, дедуль. Дед! Дед!
Собака ты, уходишь, даже не поговорив со мной, серьезно. Я хотел с тобой пообщаться, серьезно. Спросил бы, как, вот, почему ты вот, серьезно, вот, ты Беломорканал, что ли, курил? Ну, дед, я же говорил, нельзя курить тебе. Ну, тебе перепады, блин, тебе надо стабилизатор еще на щиток. Телевизор не работает. Это бабуля. А, развитие ракетостроения и космонавтики в СССР. Ну, ты, дед, что, тоскуешь по Советскому Союзу? Серьезно, ну, последнее, что ты сделал, это, да, здесь закурил, да? Блять, ты что? Вопрос. Здесь была, значит, драка. Серьезно, потому что вот это разбито диван. Деталей не хватает, надо нам еще найти. Кусачки нам понадобятся позже. Соответственно, дальше что у нас? Он здесь дрался, они выбили стекло вначале, потом после этого как-то перекинули даже вот это. А стекло это целое? Вот здесь, видишь, снизу нет ничего, значит, он перекинул его. Вот здесь он дрался, причем крови нет, без понятия, наверное, убралось. Потом после этого его выкинули в окно. У меня такое ощущение. Ну, потому что, серьезно, типа, почему здесь разбито окно? Он с какой-то нечистью, что ли, дрался? Либо кто-то приходил к нему, и он заставили, подставили так, что это, типа, очень уж, типа, стрёмная какая-то херня. Ну, потому что, серьезно, вот здесь, ладно, окей. Допустим, то, что дед был слишком старый, мог курить и читать, и пить. На остальное он, короче, не давал, ну, у него сил не хватало. Притом, здесь кто-то пивко хуярил, кстати. Или шампанское, вот там именно. И там что-то стоит, я вижу, блядь! Хули ты там стоишь, пидорас, а? Блядь. Дед, ну ты серьезно? Иди нахуй, блядь. Хули ты меня пугаешь, я не понимаю. Мне не хватает детали. Какой детали? Ключ. Блядь, хули себя я пугаю? Какой детали? Так, что? Что это? Что это? Я что-то подвинул. Это какую-то фотографию. Опять обвесшее это. Не дыши. Какой детали? Где я должен взять деталь? Ты заебал. Ёбаный шашлык. Хули ты дышишь? Дед. А? Серьезно? Заткни свой рот. Если ты дед, извини, но ты, блин, меня раздражаешь сейчас. Пошел нахуй. Я, блядь, прослежу, чтобы она закрылась. Все, блядь. Мне нужно тут деталь найти какую-то. Ты лучше, блядь, мне вышел бы, помог, блядь, хватит дышать там. На... Серьезно. Я не догоняю, какая деталь? Ты бы там подсказку или там, J-I-P. Не, на тап тоже нет ничего. На капс тоже. Блядь, серьезно. Дед или кто там, блядь, остался, я не знаю. Но мне кажется, это дед, блин. Не успокоился. Ты хотел со мной поговорить, ну выйди со мной поговорить. Ну ты чё? Я серьезно. Может быть, мы что-то не договорили с тобой. Ты хотел остаться и поговорить со мной. Ну, блядь, дышать в ухо через комнату. Еще при том еще пугать меня тем, чтобы открывать дверь. Это нафиг не нужно тебе. И мне тоже не нужно. Я вот деталь тут ищу. Мне кажется... Нет. Вот, не знаю, у тебя в пальто может быть, я не знаю. Вот ты дышишь и дышишь, серьезно, а? Ладно. Собрались над тем, чтобы найти... То все. Блядь, это, ну ты серьезно, просто, ну... Включил. Посмотрел. Дед, ты меня... Дышать... Блять, окей, я понял. Я думаю, что за хуйня? Это просто такая криворукая это. Ну, блять, дед, ну ты... Ну ты...
Может мне лампочку найти? Да нет, не закрывай. Да вот я вижу то, что не хватает именно, блин, свеча этого. А свечи где найти? Бля, дед, может быть я тебе поиграю, ты успокоишься? Ой, солнце золотого. Ну, не успокоился. Бля, мне показалось, он успокоился. Не, ну серьезно, окей. Хорошо, давайте обтыкаем все. Обтыкаем все. Так, ну. Это я, наверное, или он вес. Нет, это точно я. А раз я взрослый, все остальное. Матрешки, может быть, я прыгать не могу. И ничего не используется. Дед, ну ты серьезно, ну просто, пожалуйста, возьми и помоги. Я не могу спиздить вот эту хуйню. Хотя я бы мог бы вытащить, кстати. Там вроде бы ничего сложного. Там винты нужны. Так. Почему у меня вот здесь нет? А-а-а! Ёб твою ж маму! Шу. Кстати, я видел крысу. Я думал, все, мы затригерились на крысу. Чё такое? Погоди! 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 Ой, я сзади выключил. Не выключай меня! Не выбивай пробки. Нельзя. Не-не-не. Так, во! Прекрасно. Что-нибудь еще можно взять? Закрыто. Хорошо. Так, ладно. Блин, как же это... Ну хоть бы на 180 градусов закупил петли. Дед, ну ты серьезно? Вот честно, дед, ну там не дыши. Типа я и так напряжно, я пошел. Хули ты меня пугаешь, а? И дед замолчал. Дед, ты там? Дед! А дед? Мне серьезно, вот я хочу с тобой поговорить именно. Ну да, поворачивайся. Смотри. Там у тебя была кукла дурацкая. Вот что она делает, блядь, там и сидит. Ты ее поставил? Тебе не с кем было поговорить? Серьезно, вот позвонил бы мне на сотовый, я с тобой пришел пообщался. Почему ты так не мог сделать? Ладно, хуй с тобой. Сиди, отдыхай. Сиди и отдыхай. Альбомы. Как раз мне нужны альбомы. Вот ты хули меня пугаешь? Так. Что у него? 41-45. Партийная организация Челябинской области. Хорошо, мы в Челябинске. В Великой Отечественной войне. Хорошо. Здесь что? Смена. Путь не пройден, мы верны свободе. Это какого года? 91-го. Обращение к советскому народу. Указ президента РСФСР. А их четверть здесь. Серьезно, раз, два, три, четыре. Это ты, дед, что ли? Или это мой пахан? О, у тебя везде мазь, да? И Беломор канал. Вот, честно, вот ты жестко курил, мне кажется. Ага. Надо недостающее найти. Что это? Это вещи твои? Да. Дед, это вообще, типа... Ладно. Капец, ты серьезный дядька. Серьезно? Я какой-то этот. Уходи. А зачем таракана закинули с личинками? С личинусами. А? Это ты сделал, да? Я прикусил язык. Зачем уходить? Где мои альбомы? Я требую альбомы. Серьезно, где мои альбомы? Дед! Алло, дед! Дед! Где мои альбомы? Вот серьезно, вот я тебе потом как-нибудь дам, блядь. Вот альбомы это, блин, часть моей жизни. Я хотел забрать. Да-да-да. А я могу сделать так. А я не могу. Не, серьезно. Ладно, закроем дверь. Дед, ну ты серьезно, вот почему ты меня прогоняешь? Я хотел альбомы мы взять. А, ладно, пусть с тобой.
Так, дед, хватит, блять, выключать и выбивать пробки. Хорошо. Что мы должны еще сделать? Если мы должны были взять альбома. Блять, ну ты серьезно? Что? И что это у нас? Какие-то хроники? Так. Все-таки там посматриваешь, да? Дед! А, ты мне альбом вернул, дед? Ты все-таки ты не пропил свои мозги, дед? Дед! Ладно, хуй с тобой. Я могу взять? Задача выброса. Ну, дед, ну что ты делаешь? Серьезно? Дед! Ты мне не добр. Ну, блин, обидно. Серьезно. Нельзя так со мной. Я тут, блин, добрый, вроде бы, персонаж. Ну, зачем ты закрываешь со мной? Ладно. Я выхожу. Нет. О, нет, сука! Дед, хули ты так пугаешь? Дед! Ой, я могу. Погоди. Ладно, дед. Играем по твоим правилам. Я выключил свет. Что делаем? Вот. Кстати, анимация неплохая. Вот, дед. Сразу же, да? Давай, заходим. Смотрим. Закрываем. Блин, конечно, здесь узко. Ну ладно, выходим. Ладно. Дед, а что здесь окровавлено? Дед. Погоди. Что? Кто звонит? Кому хотят? Для чего хотят? Дед. Да, какой-то выключил. Где? Что? Какого хрена? Какого лешего? Нет. Не-а. Дед, хватит играть. Вы можете бегать. Я понимаю, я бегаю. Я понимаю... Ты там что-то кушаешь? И без меня? Дед! Я тоже хочу есть! Я голодный! Дед, меня покормить тоже нужно! Я с дороги! Пришел за альбомами! Хотел... Блять! Ну, дед! Серьезно, ты там, надеюсь, не бабку ешь? Или там не собеседник своего? Да! Ну, блин. Аппетитная вообще-то была сцена. Ну, блядь, ну серьезно. Включаем. Слышь? А хули? Эй, перестань. Слышь? Я тоже так могу, смотри. Опа! Все? Да? Вот что ты за мной следишь? Что тебе от меня нужно? Это ты спиздил, да, альбому, да? Тебя что-то не устраивает, да? Куколка, блин. Вот серьезно, ты мне можешь объяснить что-нибудь, а? Мне надо. Вот это. Хорошо, давайте посмотрим. А, флаг Украины нам нужен. Понял. Хватит следить за мной. Если хочешь со мной пообщаться, блин, пойдем, выйдем, пообщаемся, либо пройдемся. Так. О, дед, дай покушать. Эй, лампочку не ломай! Дед! А-ху! Дед, сука, не пугай меня! Говнюк! Ладно, я понял. Дед! Я потерялся. Дед! Ну ты хули пропадаешь, дед? Я с тобой хотел пообщаться. Так, ладно, насколько далеко нам нужно уйти? Дед! Я, блядь, сука, в полуночном дреме, да? Дед! Ну ты серьезно, ну да. Блядь, у тебя решетки еще стоят. Ну, ты вроде бы на 6-м этаже. Ладно, давай посмотрим. Я потерялся. А нельзя там ничего, гамму как-то настроить, нет?
Ладно. Хорошо. Так. Ладно. А если вот максимально влево? Вот. А! О, я вышел. Хорошо. А где второй? Во. Дай. Вот. Чубаку, зачем ты так пародируешь? Ла-ла-ла. Ладно. Давай откроем дверь. Так. Максимально влево. Открываем дверь. Блять. Эл! Что за бред? Так. Нет, ладно. Хуй с тобой. Не, я бы не могу пройти. А, нет. В смысле? Нет. Ты, блядь, меня выпустишь в коем-то веке? Блядь, ну. Открыл. Нет, не открыл. Что мне нужно сделать, дед, блядь, серьезно? Ты меня тут в темноту отправил, блядь. Я нихуя не понимаю. Свободу попугаем, как говорится. Ладно. Я закрыл. Открыл. Хорошо. Что мне сделать? Здесь убили именно шпилом этим, шомполом, или как там называется. Выбраться, да? Вот, дед, ты мне не даешь иного выбора. А если нужно... Нет. Вот серьезно. Дед, блядь. Какого хуя? Мне водку, что ли, бахнуть с тобой? Я не понимаю. Так, это решетки. Я рядом с тобой, дед. Зачем ты так со мной? Блядь, может быть, открыть дверь? Закрыто. Ладно. Как-то прищуриться. 1, 2, 3. Это пройти, продвинуться. Здесь ничего не видно. Вот почему здесь не освещается, серьезно? Так. Тапки это. Ап, стап, shift. Нет. Ладно. Идем сюда. Ладно. Почему меня дальше не пускают? Мне все-таки как-то надо здесь выйти. Ты серьезно? Да, блядь, дед! Хватит, ты уже меня задрал! Серьезно? Я включу. Посмотрю. Есть что-нибудь? Че? Я где обосрался? А, я, блядь, не заметил каким-то образом. Так, закройся. Фотография. О, дед смотрит лицо в камеру. Но он любитель селфи делать, мне кажется. И чё? Тебе Украина, что ли, не нравится? Или что? Серьезно, вот почему ты вытащил именно синий-желтый цвет? Ой, а ты вкусняшку там готовил? Там палец нам понадобится, да? Вот почему он так красиво лежит? Чей палец? Чей палец ты приготовил? Дед, ты, блин, кукухой поехал? Ты бабку, что ли, зарубил? Серьезно? Это не по-человечески? Да, ёб твою мать, ты заебал все ломать? Давай. Закрываем. Лишние вопросы. Вот ты все-таки, вот я подозреваю тебя все-таки в том, что ты все-таки это затеял. Вот дед на добрую голову взял и взял с собой. И что нам делать? Хорошо, дед, я заткнул. Воткнул. Серьезно. Угу. Может быть, здесь какие-то подсказки, может быть, там какие-то подсказки. Дед, блядь, подсказывай нахуй. Серьезно. Господи, как же это стрёмно.
Вы можете прятаться под кроватью, ладно. Хорошо. Блять, иди нахуй. Как прятаться под кроватью? Ага. Ну я нашел. Хорошо. И что ты там стоишь, дед? Что с тобой не так? Я догнал. Так, стой, погоди. По какой оно цветности идет? Зеленый, наверное. Потом синий. Нет. Хорошо. М синий. Дед, блядь. Погоди, я тут не разобрался. Так, М. М треугольничек. Ты, блядь, серьезно, блядь. Ты, блин, серьезно? М с треугольником. Ой, это не то. М с треугольником. Хорошо. Потом. Этот треугольник красный. Ну, треугольник с палочкой. Я так что его пропустил. Да, это он. И там какая-то Х. Да? Да, Х с кругляшком, короче. Х с кругляшком, вот. И теперь желтый надо найти, да? Не в этой комнате. Уверен. То, что не в этой комнате. Или в этой комнате. Или нет. Ну вот. Раз, два. Зеленая там, красный здесь. А может быть и здесь. А может быть и нет. А может за этой? Стой, погоди, мне показалось? Нет, это красная. Хорошо, а если выключить? Нет. Не работает. Хорошо. Мы должны... Мы здесь, короче, не найдем. Хорошо, а где желтый искать? Может быть за этой дверью? Нет. Хорошо, дед, блядь, подсказывай. Хорошо. Хорошо. Мы дальше не идем, да? Все-таки из этой комнаты как-то надо вычленить еще. Ладно, давайте поиграем. Так. Желтое здесь было? Нет? Нет. А может как-то я туплю и, блин, все настолько очевидно, сколько это возможно. Слышь, пиздюк, блядь. Загадки задолбал загадывать такие сложно. Можешь, пожалуйста... Сука, это говнюк. Ладно. Хорошо. Лишний раз, чтобы не было сраться. Вот это? Нет. Там же был круг. Вот этот. Так. И что мы найдем там? Давай посмотрим. А хуй ты так резко открыл, а? Блять. Слушай, не беси. Фонарик, F. Привет, говнюк. А чё у тебя с глазами? У тебя чужие глаза. Кого там наверху? Кого? Что там? Вот чьи это глаза были? Блин, ну... Если ты... Дед, если ты бабку убил, это пиздец. Хотя... Мне кажется, ты здесь один работал. По крайней мере, по одежде, это ты здесь я был один. Здесь я ты был один. Вот что у тебя с лицом, дед? Вот почему ты меня... О, господи. Ты старый извращенец, ты извращал маленьких подростков? Серьезно. Типа, почему здесь такой человек молодой, худой? Ты с ним бухал, да? Серьезно. Блять, ты какой-то маньяк, дед. Серьезно. Дед, ты маньяк! Не забывай это. Так, F. Дед. Выпусти меня, блять. Я твой этот, сын. Ой, или дочь. Ой, фу. Сын или дочь. Нет.
Это твой внук, возможно. F. Хорошо. Слышишь? Да, я слышу, я тут. Дед, как тебе помочь? Я пока хоронил его в бетоне. Ты не слышишь? Слышишь голос? Чей голос? Дед, ну блин, хватит кукухи меня. Теперь я слышу звуки из тьмы. В полной темноте. Слышишь голос? Хранил вас. Так. Все? Иди на голос. А, окей, дед. Договорились. Что это было? Так, ладно. Дед! Ага. Закрыто. Лево. Право. Мертвечиной. Ты, блядь, выбил. Ну. Так. И чё? И чё? Так. Дед, ты, наверное, вообще жестко же кукуха поехал. Если такие, блин, порядки ты делаешь, там, не знаю, какой-нибудь... Чё? Ага, вот здесь. Или всё-таки на кухне? Вот что это такое? Серьёзно? А, это моя тень. Все, я понял. Аврос в ними. Хорошо. Ну? И все? Это все твои подсказки? Идти на голос, да? В бетоне. Это мы видели, дед. Я не знаю. Серьезно. Хорошо, как нам... Её же здесь не было. Ладно. Посмотрим здесь, на всякий случай. Закрыто. Ладно, ладно, ладно. Он не любит свет. Понял, дед. А-а-а, привет, дедуля! Дедушка! Ну зачем ты так со мной? Нет, нельзя. Я не разрешаю. И я тебе не разрешаю выключать. Да, блядь. Так, ладно, давай еще раз. Слышь голос, иди. Найди голос. Иди на голос. Хорошо. Ладно. Это чей? Палец плюс глаз плюс зубы равно ключ. Бля, бедный таракан. Он смотрит на этот глаз, ему страшно, наверное. Так. Стой. И чё? Она двигается. Я все видел. Она двигается. А, он следит еще за мной. Ладно, палец плюс глаз. Ну, я слабо, что не свои надо. Что-то у тебя за окном пиздец. Я понимаю теперь, откуда у тебя там вообще ебанина в голове. Вот, конечно, от такого эмбиента на заднем дворе, это вообще жесть. Блин, бедная... фотографии. Её там краски, что ли, вмакают? Не смейся. Или тут это? Что-то произошло такое, что... Ладно, я себя выключу. Ладно, хуй с тобой. Да не хлопай ты дверью, дуракок. Дуракок. Дед. Ой,
А чё здесь? А-а-а, нет. Не сейчас. Мне нужно какой-то этот, найти зубы, там все остальное. Так. А-а-а. Сейчас, сейчас все будет. Мы стоматологи профессионалы. Вот сейчас плоскогубцами все и сделаем. Ей-богу. А может быть шило надо было еще взять? А? Потому что пальцами он не может, боится. Или тебе дать покурить Беломорканал, если... Ну вот серьезно, он двигается. Ладно, пусть с тобой. Давай я шило возьму. Я не знаю, получится или нет. Но я попробую. Нет, не... Да-да. Так, ну давай, послушаем. Ну ладно, хоть с тобой. Больше не хочешь петь? Ну и не на... Больно это нужно. Так. Ну хоть слава богу, что звуки нереалистичные. А то мне стало хуёво на самом деле. Да, блядь, ну ты задолбал, ну серьезно, вот... Дед, ну что с тобой не так, а? Так. А как глаз мне собрать? Не, ну серьезно, а как глаз собрать? А, кстати, здесь нога появилась. Палец, а глаз... Глаз где искать? Не, ну серьезно. Может быть, я где-то не нашел случаем. Да, 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 да. Я не знаю, типа, может быть, здесь где-то. Так. А-а-а! Не, а здесь ухо. Нет, здесь ухо. А мне нужен глаз. Ребят, давайте глаз мне. Отдайте глаз. Мне глаз нужен. Или мне надо... Ой, ёпта. Не, ну серьезно, почему нельзя шилом сейчас, блядь... Ой, я закрыл себя. Простите. А, почему нельзя взять и просто... Ладно. Придется, значит. Еще последний раз, ладно, пройдусь. Посмотрю. И. Не, а почему? Он должен сам реагировать, я так понял. А, ладно, хуй с тобой. Придется тогда идти туда. Или открыть здесь дверь. Так, глаз здесь. Нет, здесь просто компот. Ну, компот мне не интересен. Ладно. А чё не видно? Ну ладно, хуй с тобой. У тебя даже глаз нет. Ладно, дед. Я не знаю, что делать, дед. Я тогда пойду вот сюда. Я здесь поищу. Чё? Так, погоди. Я что-то это не понимаю. Я куда-то иду. Ага, ключ. От чего-то. Хорошо. Хорошо. Ключ есть. От верхней части или от нижней? Мне кажется, от верхней. Да? Закрыто. Нет. Дед. От этого? Да. Плоскогубцы. Ну кто ребенка запугал, блядь? Пидорас. Гопнюк. Ну там это, чё, роддом что ли сделали? Намутили роддом? Нет. Где что еще?
А, что у тебя ноги остались? А, есть. Где дитё? Ладно, ладно, ребенок, успокойся. Цыц. Тише, 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 тише. А чё ты? Чё с тобой? Что случилось? Что случилось? Что случилось? А, ну все, ты успокоился, тебе надо было глаз вытащить. Ладно. Хорошо. А хули ты там смотришь? Хули ты там посматриваешь на меня? Что ты со мной сделал? Ты серьезно меня топором хотел захуярить? Нельзя. 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 Все. Я выполнил твои поручения ужасные. Есть пробитие. Че? Хуяси. Загадки. Окей, он сильнее в темноте, когда ты осветишь все комнаты, и он станет слабее, и ты можешь выбраться. Этот ключ от ящика под потолком. Хорошо. Спасибо, говорящая голова. Я тебя понял. Ладно. Хорошо. Хорошо. Дед, ну ты совсем охренел. Ну там же открываются двери. Ну там люди, блядь. А покричать нельзя. Нечем зажечь свечи. Нечем зажечь свечи. Хорошо. Спички. Спички детям не игрушка. Да? Согласен? Спички детям не игрушка. Так. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Опа. Так. Открывается? Не открывается. Ладно, хуй с тобой. Закрыл дверь. Сейчас спички найдем, дядь. Дед, не переживай. Сейчас тебе станет легче. Там белку ты просто дикую словил вообще. И ты опять ее поддерживал тем, что ты не просыхал. И помимо того, что ты хуярил водку столичную, ты еще беломором закурил. Серьезно? Зачем ты так с собой? Ты убиваешь? А! Пошел в жопу! У тебя здесь этого телефона нету. Я, блядь, должен найти спички. Блядь, потому что сигаретов доху... Сигаретов. Сигарет здесь дохуя. Ты, блядь, не смотри на меня. И ты тоже. Я все видел. Со мной такого не будет. Я съебусь. Не переживай. Мелкий ты наш засранец. Может быть, под низом? Ладно, хуй с тобой. Дед. Дед, ты всегда держишь спички, скажи мне. Серьезно. Это мне должно помочь. Рано или поздно. Ай-яй-яй-яй-яй! Хули ты так пугаешь? А? Ты мне дал выйти? Возможность выйти? Я сигареты тут... Ой. Сука. Я тут... Дай мне договорить. Серьезно? Я тут эти спички ищу. Понимаешь? Ща, блядь. А все работает, да. Я тут спички, сука, ищу. Дед. Хули ты такой ненасытный, а? Вот у тебя шиза, блядь. Это уже не белка, это шиза. Я тебя в психбольницу скину, серьезно. Дед, нельзя быть таким. Злым. Кого ты там убил, блядь, серьезно? Вот ты, блядь, педофил, походу. Алло, спички мне нужны. Ладно, хуй с тобой. Это я? Да, это я. Хорошо, закрыли дверь. Чички, ребят. Ладно. Что там такое? Ага. О, привет. Что?
Кто там ходит? Давай, открывай. Какого хуя? Тебе надо слушать. Ладно. Так. Ладно, хуй с тобой. Идем в эту дверь. Мне рука чешется. Так. Ладно, я спущусь. Я не знаю, типа, серьезно. Ага. И чего вы на меня смотрите? Глаз из Quake 3, если кто-то помнит, блин, Quake 3 арена. Там был как раз такой же глаз. Ладно. И чё? Что мне нужно слушать? Попробуй еще раз. Ладно. Давай. У меня аж мурашки, и они чешутся так смачно. О. Так. Салам алейкум. У тебя что-то без... Ладно, не буду говорить, на кого похож, но, блядь. Очень, очень похож. Владимир Владимирович, это ты? Ты нас не оставишь, да, после того, как ты уйдешь с поста президента, да? Хорошо. Здесь есть. Он ушел. Ёп. Ладно. Здесь кровавая дверь. Здесь тоже кровавая дверь. Ладно, похуй. Давай, почему так чешет? Заживление дурацкое. Ладно, Владимир Владимирович. Ты вроде бы не мой дед. Ну, по крайней мере, не похоже. Ладно, давай в эту дверь. Окей. Я вернулся. Так. Блядь, ну ты гандон. Что мне нужно слушать? Вопрос. Вот что это было? Вот здесь надо что-то сделать, да? Или наоборот, надо слушать, что там ничего нету. Да, там слушать, чтобы там ничего не было. Хорошо. Я понял. Догнал. Вопросов не имею. Сзади есть кто-то. Здесь, окей, здесь есть никого. Так, мы прошли на следующий уровень. Отлично, Владимир Владимирович. Ты руку здесь оставил свою? А чё она такая длиннющая? Ой, иди нахуй. Серьезно, я понял. Ага. Кто-то там яйца свои чешет. Серьезно. Не, не сейчас. Мне не нравится. Вниз я не могу. Значит, наверх. Хорошо. Хорошо. Мы сейчас пройдем эту головоломку. Тишина. Если за дверью слышны звуки, лучше туда не ходить.
Да это я понял. Ой, блядь. Закрой! Ладно, давай так сделаем. Ага. А эту дверь нельзя открыть? Нет? Ладно. Тогда получается... Нет, не эта дверь. Не эта дверь. А это? Тоже ни о чем. Ладно. Спускаемся вниз, да? Ну, типа... Там яйца чешь. Ладно, попробуем. Я уверен, что здесь ничего. Ну, проебемся. Да. О, да. Я уже понял. Мне аж ухо зачесалось. Не, ну серьезно, ну типа. Мы заново. Хорошо, я понял. Хорошо, я понял. Вот сюда. Опять идем. Так. А, здесь я уже не помню точно. Назад надо. Вспомню. Вот там яйца чешут, я туда не хочу идти. Внизу нельзя спуститься. Там заперто. Шесть. И мусор. Тот, который до сих пор даже в этой вселенной не выкинули. Мне нужно дойти до той двери. Ладно. Хорошо. Дай пятюню. Так, там... Туда мы открывали, значит, давай посмотрим еще какие-то двери, если есть они вообще. Потому что, если есть, то это хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо. Нельзя. Тогда закрывайся. Давай, открывайся. Нельзя. Нельзя вызвать лифты, серьезно. Ага. Я догнал. А вы догнали? Хорошо. Там чмокают. Это второй этаж. Какой-то покемон. Или кого-то чмокают смачно. Хорошо. Так. Это выход. Нет. Ладно. Ладно, давай попробуем. Дед, привет! Ну хули, что с тобой случилось, Владимир Владимирович? А, это... Блин, господи, какой ты красавчик. И чё? И чё? Ты можешь... Зажечь зажигалку. Спасибо. Окей. Смотрим, проверяем. Ага. Я правильно, значит, иду? Нет, неправильно. Какой-то угол. Скошенный. Ладно. Так, ну это зеркало. Мы себя увидим? Мы себя, конечно, не увидим. Идем обратно, да? Я просто не помню, типа.
А, на хуй с тобой. Так. Мы потому... Нам нельзя выходить, потому что мы его в его чертогах разума. Соответственно, нам нужно подняться обратно по тому же пути. Блин. Да не, это Васька, блядь, с пятого этажа, я отвечаю. Ладно, ты хочешь со мной помочь выпутаться отсюда? Или он тебя тоже захуярил, потому что я вижу по твоим... По твоему телу, что многочисленные ранения прям с твоего жестко. Пойдешь? Ладно, давай, бывай. Рад был повидаться. Или ты пойдешь все-таки со мной? Шестой этаж, да, это мой. Спасибо. Да, блядь, откройся нормально. Так, в щитке все, зашибись. Закрываем дверь. Че? Ребята, у меня вынесли. Во всех комнатах. Ладно, начнем с самой дальней. О-о-о, ты кто там? А, ты прыгаешь, блядь, заебал. Здоров, заебал. Так, ладно, свечка. Раз. Слушай, тут это, охраняй ее. Смотри, чтобы не сдули. Слышь, ты охуел? Ёб твою мать, ты что делаешь? Хули ты там дергаешься, припадочный? Где? Ты чё? Охуел? Эй! Нечестно. Что? Мне, короче, меня ёбнуло, да? Либо я унюхал очень много мертвечины. Не, ну серьезно. Что-то не так, да? Ладно, возвращаемся. О! Ты кто? Ты кто? Зачем пожаловал? Давайте обратно. Шо тебе не имется, а? Серьезно? Ну, и где ты? Что мне сделать с тобой? Что? Что ты ко мне прикопался? Здесь даже... Ты мне, короче, хочешь мозги вообще запудрить, да? Слушай! Хватит стоять, ты сдох уже, тебя убили, блин. Ты вообще не... Ну зачем ты? Ладно, давай я сюда дойду, нет? А может тебе в глаз дать? Серьезно? Вообще охуевший какой-то. А что тебе не устраивает, а? Что тебя в жизни не устраивало? Вот почему ты к деду подошел? Ага, здесь получается дохуя кого убили. Ребят, ну у тебя голова там это тонкая какая-то. У тебя проблем с шеей. Серьезно? Посмотри на свою шею, она уменьшается. А ты кто? А ты кто? А вы похож? Ну ладно, хуй с вами. Да хватит шу. О, голова. Да-да-да, пошли вы нахуй.
Я тут это напеваю песенку, чтобы никак раз не было стрёмно. Ну вот зачем ты вставал? Вот ты сидел спокойно себе, никого не трогал. Самое то. Так. Про кого я забыл? А, и последнее. Вопрос. Куда последнюю? Ну туда 100%, налево. Открой дверь! Собака! Кажется, меня зарубили. Мне кажется, это типа... Не, может тебя сюда куда-то поставить? А. Ага. Ну шо, дед? Да выёбывался? Шизу свою убери. Ооо, какой грязавчик. Ну и чё ты мне сделаешь, а? Чё? Чё? Ну и что? Ты там это, смотри прямо на меня. Я с тобой пока что разговариваю, ты должен смотреть мне в глаза. Ладно. А чё здесь у тебя поменялось? Ладно, закрою тебя пока что. Заколебал. И чё? Так. Я могу бегать. Это уже хорошо. Возвращаемся в привычное русло. Значит, мы его немножко ослабили. Меня здесь нету, отлично. А, нет, я есть. Ладно. А, у меня фонарик не работает, да? Ладно, дед. Что? Что ты мне предлагаешь? Тебе свечку тоже в жопу засунуть только? Чтобы тебя изгнать полноценно. Давай. Сейчас я найду. Я найду, я вот сюда свечку поставлю. Ты там это. Не переживай за это. Я вот 100% для тебя найду свечку. Сейчас. Сейчас. Так. Или тебя все-таки дать прикурить? Наверное, вообще пиздец сильно, как хочешь курить. Серьезно. И что это было? Света все равно нету. Ну вот, смотри. Я тоже так могу. И чё? Так, дед. Ты тут нам сделал серьезно? Напердел прям по-смачному. Я даже не могу ходить. Я как будто в жижке какой-то. Там до сих пор капает. Ты же понимаешь, что надо, блин, убирать за собой? Ты до сих пор за мной смотришь? Ну ладно, молодец. Ты мой зритель. Первый зритель. Хорошо. 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 Хорошо? Нет, не хорошо. Дед, я не могу для тебя свечку найти. Лишь я буду тебя называть дедом, потому что ты дед. Походу ты мой дед. Потому что хули ты здесь находишься? Это точно не дед, блядь, нихуя не дед. Да, блядь, по лицу видно, что он молодой. А моложе меня не может быть дед. Серьезно. Закройся! Ну, блядь, у меня все. Бля. Ладно, я спрятался. Что дальше? Ладно, хуй с тобой. Хорошо. Пощелкнул, ничего. Здесь свечка засвещена. Ну что ты там находишься? Эти кандалы, что ли? Ты их откусить, у меня есть кусачки. Да у тебя нет кандалов. Чё ты тогда брончаешь? Или это твои соседи в БДСМ игры играют? Серьезно. Ёлки-палки. Меня это огорчает.
Знаешь, дед, почему? Потому что я не могу найти еще свечку. Какой же я? Я думаю, я там проверил. Ладно, дед, присаживайся. А куда засъебался? Ты на заднюю попятил, блядь. Я тут специально тебе специальный приспособление сделал. Чтоб тебе было легче. Изгнать тебя отсюда. Ну, типа, дед, ну теперь это моя хата. Ну все. Типа, ты мне здесь нафиг не нужен. Ну, лифт как лифт. Давайте наверх посмотрим, что там есть. У меня фонарик не работает. Меня вот это огорчает. Ну, блин. Ну, хуй с вами. Дед, я, короче, за... Да, блядь, ты что, в иной мир, блядь, взял, спиздил, блядь, дверь? Мне новую покупать? Серьезно? Соседи, если что, там, короче, у меня двери нету. Там, смотрите, охуеете, что у меня там происходит. Так. А нельзя? А, я не вижу. Нельзя даже присесть. Ладно, дед. Серьезно. Типа, я попытался тебя изгнать. Вроде бы я изгнал. Вроде бы это мой мир. Не твоя шиза. Я бегать могу. Вот эта мерцающая лампочка, я помню. Да-да-да. Сломанный лифт. Блять. Дед. Что ты делаешь? Серьезно. Я могу обратно подняться? Дед, блядь. Погоди. Слушай, если ты такой наивный, думаешь, я наивно съебусь, если ты там что-то уже начал делать, то ты глубоко ошибаешься. Я знаю то, что ты уже сел пятой точкой на эту свечку, которую я тебе готовил, и ты ее, соответственно, затушил. Поэтому... Не-не-не-не-не-не-не-не, открой. Открой, вернись! Я должен поджечь. Зажечь свечу обратно. Ладно. Не даешь такой возможности, надо тогда по съему побыстрее. Пока что он полностью не заполучил свои силы обратно. Правильно, правильно. Пока что есть возможность бежать, съебывайся. Быстрые ноги пиздюлей не боятся. А если еще тебе страшно, то это супер быстрые ноги. Ну, блядь, не. Ну, не. Конец. Плохой, хороший, я не знаю. Честно, а там бывают хорошие или плохие? Или тут только одна концовка? На этом все? Ладно. Да, на этом все. У меня ничего не работает. Ладно. Ссылка плейлиста в описании. Ставьте лайки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, заходите на стримы, которые будут проходить сегодня, может быть завтра, может быть послезавтра. Всем удачи, всем пока.